Всем привет, с вами Гриша и Варя. Сегодня мы будем смотреть League of Legends. Ролик называется Legends Never Die. Очередной клип к чемпионату мира по Лиге Легенд 2016 года. Будем посмотреть? Слушаем. Смотрим. Ролик на самом деле как бы с посылом. Здрасте, вам посылка. Здрасте, надо фигачить, чтобы чего-то добиться, чтобы стать сильнее. Показывали же их тренировки, как они каждый день работали, упражнялись. Заметил, кстати, эльфийка вначале как будто была с обычным луком. Да. А в конце он у нее был ледяной. А почему ты эльфийка? Ну, я ее называю эльфийкой. Что, она в лицо бегает и с луком? Да. Она вернулась в деревню, а там типа нападали. Да. И она ее защитила. Да. Ну вот она с бараном пришла. И такая, екибал. Интересно, кстати, рисовка видела тут? Они как будто все из папье-маше. Ну, как будто такие бумажные. Как будто 2D-шные. Как будто они больше 3D-шные, но такие картонки. Ну, 2D-шный, но фон 3D-шный. В конце вышел, типа, чувак на ринг. Играет, походу, да? Так они сравнили этих персонажей с людьми, типа, которые просто качаются, и они учатся стрелять. Из лука, типа. Нет, пойти, да, и на самом деле там научиться боксировать, или там отжиматься от одной рукой, да, и уж протеин. Там, да. Стрелять из лука научиться. Нет, вместо этого такой, и так. Этим скоро мы будем заниматься тоже. Такие будем качать пальчик. Клац, клац, клац. Давай, 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 Варя, клик-клинск. Че, ребята, давайте пошпилим. Когда тебе призовой фонд в $1 000 000, как бы можно было бы и поработать, да? Ой, надо. Взять, загасить пару команд и лям наш. Пошли тренить, клац, клац, клац. Мама такая, сына, он, мама, я занят, работаю. Клац, клац, клац. Нормусик. Да, нормас, пошел. На восьмерик. Спасибоньки за просмотр. Увидимся скоро. Пока-пока.